Наше маленькое уютное Видное стало напоминать современный московский район. Высотные дома, окна которых по вечерам освещают весь город. Много людей, магазинов, машин, дорог. Однако до сих пор остро стоит вопрос общественного транспорта, а особенно в недавно построенных микрорайонах. Но, кажется, и здесь ситуация начала улучшаться. Долгое время жители свежеиспеченного микрорайона Завидное испытывали транспортные неудобства. Ближайшая остановка, откуда отправлялось маршрутное такси, находилась в нескольких километрах, в районе 6-го микрорайона. Но с недавних пор и по новым улицам города стали ходить маршрутки. Удобно добираться из этих домов до Москвы, до метро. Теперь жителям можно будет добраться до метро Домодедовская на 471-м автобусе или маршрутке, а также до метро Красногвардейская, маршрут М. Но, как оказалось, и этого местным жителям недостаточно. Им бы хотелось направлений больше. Например, неплохо было бы пустить транспорт до Кантемировской, чтобы не стоять в пробках на МКАДе. А вообще люди районом довольны. В Завидном сразу уже было предусмотрено все благоустройство. Благоустроенный сразу, площадки детские кругом, скамейки для отдыха. Все здорово продумано, молодцы. По информации, полученной в Видновском автотранспортном предприятии, уже рассматривается вопрос о введении 489-го маршрута.